Welcome. Дорогие друзья, Леонид Якубович! Добрый вечер, уважаемые дамы и господа! Пятница! В эфире «Капитал Шоу. Поле чудес». К вящей радости присутствующих я приглашаю в студию первую тройку игроков. Первая тройка в студию! За барабаном «Поле чудес» в первой тройке. Леонид Григорьевич Арсентьев, город Пермь. Анатолий Петрович Попов, село Старобелокуриха, Алтайский край. И Светлана Евгеньевна Афанасьева, город Боровск, Калужская область. Леонид Григорьевич, прошу вас, вращайте барабан. Мы поговорим с вами... Поехали. Куда хотите. Мы поговорим с вами о музыкальных инструментах, что невероятно трогательно, и я бы сказал, должно доставить вам несколько приятных минут. Вот задание довольно простое на первый тур. Что означает арабское слово «табл», от которого происходит название многих народных инструментов, в том числе алжирского «дбел», французского «тамбурин» и многих разных других. А также этот музыкальный инструмент возвещает открытие бразильского карнавала. А также этот музыкальный инструмент выполняет самую ответственную партию в знаменитом болеро Равеля. Я вам более того хочу сказать, что когда-то этот музыкальный инструмент был применен Юлием Цезарем для устрашения боевых слонов в сражении у африканского города Тапса. Что это за музыкальный инструмент? 300 очков на барабане. Буква А. Верно! Откройте букву А. Такая буква здесь и есть. Можно вас выкрутить барабан? Обойдите сюда. Поехали. Поехали. Вставайте. Вставайте. Что же вы не встаете? Как вас зовут? Арина. Аринушка. С чем же вы, Аринушка, к нам приехали? Чем вы нас порадуете нынче? Я стихотворение расскажу. Нам вчера купили шар, ночью сел на шар комар. Комарик ножкой топнул, шарик взял и лопнул. А был такой чудесный, красивый и небесный. Все. Вот. Вы знаете, я не знаю, как реагировать на то, что произойдет сейчас. Вы когда-нибудь играли в карты? Вы ходите каждый день в казино? Нет. Нет? Нет. Я предрекаю вам огромный выигрыш в жизни. Сектор Плюс на барабане. Ну, какую букву вы хотите открыть? Б. Вы настаиваете именно на букве Б или на какой-нибудь другой? Вы можете открыть вообще любую букву в этом слове. Любую. Ой, да. Что? Ну, давайте первую букву. Я готов выполнить оба ваши желания. Откройте первую букву «Б». Рост. Я не буду. Я скажу слово. Как? Барабан. Что? Барабан. Боже мой, какой рисковый человек. Барабан, верно? И перед нами первый финалист «Капитал Шоу. Поле чудес». Но поскольку мы собрались не только для того, чтобы играть, а для того, чтобы общаться, слово вам. Вы к нам приехали, вам слово. Я приехал с Алтайского края. Привез, Леонид Аркадьевич, для вас мед алтайский. Этот мед подарила мне Нина Сергеевна. Этот подарили с пасеки Лосковых. Это с пасеки Терских. Это горный мед, этот горный, это полевой. И районная администрация, отдел культуры, картину дарят. Параллельно вот книги об Алтае. И перпендикулярно. Так, Леонид Аркадьевич. О! В общем-то, у меня вот водичка.
У нас источники, два источника на краю села. В общем-то, эти источники, одна живая вода, вторая мертвая вода. Леонид Аркадьевич, да, два источника, известный курорт рядом. Истекают из этого курорта, ну, из родничков. И вода чудесно лечит. Мертвую воду первоначально пробуют, нужно определить, какая в какой находится. Леонид Аркадьевич. Вы хотите, чтобы это я сделал? Да, конечно. Ну, чудесная вода, чудесная. Если вниже по течению, так, получается вот эта водичка в конечном результате. Давайте дадим слово. Леонид Аркадьевич, у меня к вам загадка. Отгадайте, что будет, если смешать самогон, ну, хорошую самогоночку, корицу, гвоздику и кофе. Что у нас получится? Не при детях будет сказано, получится полное... Нет. Зачем же смешивать хороший самогон с кофе? Если это все процедить... Коньяк будет. Коньяк. Коньяк? Хороший коньячок, да. Это вы сделали? Это сделала вам моя мамка, прислала. А это она сама сделала? Да. Ну, коньячку грибочки... Сегодня из леса. Сама собирала? Нет. Вы знаете что, я, конечно, могу делать вид, что мне совершенно не интересен вкус напитка, который делала ваша мама, но удержаться не могу. Я еще не все. А? Я еще не все. А это вам на десерт. Что это? От Фериджана и Сусанны Грантовны. Давайте сделаем таким образом. Вот то, что прислала нам Сусанна Грантовна, мы оставим перед входом в студию. Пусть каждый попробует. Правда же, это хорошо? Конечно. И плюс к этому присовокупим туда то, что вытекает из вашего мертвого моря. Вот. И поскольку я никогда не предполагал, что найдутся люди, которые могут что-то смешивать, имея за основу хороший самогон, вы когда-нибудь слышали о чем-нибудь подобном? Что? Да. А может, мне тоже можно сказать? Сейчас, секундочку. Вы человек пьющий. Я, да, вроде не... Не отказывались? Не отказывался. Я вас даже и не спрашиваю. Понятно. Это понятно. Стаканы в студию. Пожалуйста, пожалуйста. Говорите. Леонид Аркадьевич. Да. Я тоже принес подарок. Можно? Изобилие. Да, конечно. Этот подарок... В честь 280-летия города Перми вам лично преподносит глава администрации Мотовилихинского района города Перми этот Малышев Николай Иванович. Еще есть. А это местная кондитерская фабрика преподносит вам такие вкусные, изумительные конфеты. Ну, а это моя жена Надежда вам на запуск. Ну, вроде пока все. Еще не все. Да, конечно. На Алтае есть садоводческое хозяйство. Они производят отличное варенье. Это ваши доченьки. Я не знаю, за что хвататься. От капитал-шоу «Поле чудес», от Первого канала. Подарки первой тройки игроков в студию. Это правильно?
Идите сюда. Отправьтесь за нужной вещью. Совершенно необходим, но подарок за замечательное стихотворение. Нет, не за стихотворение, за замечательное исполнение. Позвольте и вам подарить подарок. Подарок в студию! Давайте поднимем бокал за хороших людей. За хороших, веселых людей. Чтоб все было хорошо. Это касается всех, кто смотрит нашу программу. Пить на работе нехорошо. И вновь в эфире «Капитал Шоу» «Поле чудес» вторая игровая тройка. Нуравжан Шакирович Сатаров, Алматы, Казахстан. Селу Альбекова, поселок Евлажево, Кузнецкий район, Пензенская. Леонид Аркадьевич, Алматинский колледж новых технологий. Это национальный костюм. Потеряете работу, к нам автомеханикам в колледж новых технологий. Раздевайтесь быстренько. Быстренько раздевайтесь, пока время есть. Еще тут кепочку у меня где-то потерялся. Опа-на! Все, кепочку. Кепочку раз. Красивая такая кепка. Наоборот. Совершенно верно. Колледж новых технологий готовит механиков, техников. По новым технологиям. Секундочку. Секундочку. Сюда, сюда, сюда. Ой! Шеф колледжа. Изау. Это тоже будете одевать? Нет, все. И еще плюс. Девочки подарили вот такой коврик. Красивый, красивый коврик. Великий шелковый путь. Китай с Китая. Набор инструментов. 2003 год, год Республики Казахстан в России. 2004 год Республики России в Казахстане. Привет всем. Виктор Роныч, огромный привет вам. Наш Кулебин. Привет всем сотрудникам. Рахмат. Я еще скажу Рахмат. Рахмат, Рахмет. Есть сразу слово. Так, цифра. 150. Так. Буковочка. Ну, начнем по алфавиту. Буква Б. А какое задание? Я не понял, почему без задания говорю букву? Это что такое? Дайте задание срочно, а то Алматы ждет. Пожалуйста. Это же надо же. Один из древнейших музыкальных инструментов, который появился на заре человеческой цивилизации и стал прародителем всех струнных музыкальных инструментов. Любимый струнный музыкальный инструмент средневековых бардов, французских, ирландских, шотландских странствующих певцов. Музыкальный инструмент этот изображен на гербе Исландии. О чем идет речь? 150 очков на барабане. Буква Л. Буква Л. Браво! Такой буквы нет! Вращайте барабан, ваш ход. А вот эй, белые бантики, иди сюда. Ой, батюшки мои. Чистый ангел. Вставай, друг мой, и вставай сюда. Иди, давай, давай, дружочек, давай, аккуратненько. Перестань есть сама себя. Как вас зовут? Альбекова Ликина Ильдаровна. Батюшки мои. Мы очень рады видеть вас здесь у нас. Давайте, ручку. Очень приятно. Я должен снять шляпу, извините. Вы нас чем порадуете сегодня? Вы, наверное, что-то такое умеете, что не умеет делать никто. Вы будете танцевать, петь, рассказывать стихи. Самаду. Пожалуйста. Самаладела, так беспокойно. Ай-яй-яй. Эть. Он снебеле. Что?
Давай, Регина. А мы тебе сейчас хочешь уже куклу. Да, очень будем. Пойдем, будем. Мы хотим тебе подарить куклу. Хочешь хорошую куклу? А не надо. Иди сюда. Все, Регина, со мной будешь пить? Ну, давай. Ну, подождите, я знаю, почему не получается. Потому что нам же нужна хорошая кукла, правильно? Нам нужна кукла. А, вот скажите, куда? Пожалуйста, нам нужна кукла. А? Нет. Тихонечко. Громче. Вот. Милый. Не любит. Только времечко ведет. Мало голодок. Пошли. Немедленно куклу. Нам нужна кукла, правда же? Нам нужна кукла. Вон она. Вон она. Ой! Вот какая! Клади. Вот, держи. Вот, это твоя. Это твое. Забирай, это твое. На, куда пошла? Елама. Забирай. Яр. Аллер бы сумма на тебя пошел. Отнеси маме. Скажи, сейчас, потом подождите. Возьму. Ты можешь, ты хочешь куколку? Скажи, ну что ты? А? Куклу, пойдем. Пойдем за куклу, пойдем. Пойдем. Заберите это. Нам это не нравится. Вставай. Принесите нам куклу. Таскают всякую дрянь. Давай, скажи, принесите куклу. Говори. Ну, сейчас принесу, подожди. Дайте куклу. Ни почем не уйдем. Держи на ручках, аккуратненько, держи вот так, на ручках. Нравится? Да? Нравится? Пойдем. Давай. Иди к маме отнеси. Да. Опа. Ой! Вот. 750 очков. Буква. Буква А. Буква А. Берна, откройте букву А. Вы зарабатываете не 750 очков, а 1500. Две буквы А в этом слове будете вращать барабан. Прошу вас. Теперь в связи с тем, что песню мы спели, но о вас ничего не узнали, вам слово. Леонид Аркадьевич, я работаю в аптеке, поэтому я привезла подарки все для вашего здоровья. Клизму? Нет. Это вы из аптеки взяли? Нет. Это для здоровья? Это нашего ликер-водочного завода. Угу. Который спонсирует вашу аптеку? Нет. Угу. А это? А вы были уже в отпуске? Если я это выпью, я и не буду никогда. Это вам сумочка в дорогу, чтобы не скучно было вам в дороге. И еще я хотела бы поздравить молодых. Когда пришла телеграмма, я получила заодно приглашение на свадьбу, у родственников свадьба. И хотела поздравить Булатовых Марата и Даниё законным браком. И пожелать им счастья. А молодые прислали вам бутылочку шампанского, чтобы вы выпили за их счастье. Говорите. А вот к этому закусочка еще. Пожалуйста. А вот что вы в руках? А чтобы у вас не болела голова от всего этого, вам таблеточки. Сектор приз на барабане. Ваше решение. Приз. Приз в студию. А
вы ставите меня в крайне неловкое положение. Во-первых, потому что здесь это очарование. Торговаться с вами, ну, я буквально не в состоянии. Поэтому психологически... я беру приз. Поэтому я беру приз. Как вы добры. Как? Денег у нас мало. Но и чем-то обидеть вас неловко мы тоже очень не хотим. Отдавать вам это при ребенке. А где кукла? Где наша кукла? А зачем же вы ее спрятали? Что вы? Она должна стоять перед вами? Конечно! Вот радость! И я хочу вам доставить эту радость. Буквально 2-3 тысячи рублей, и вы будете так же улыбаться, как ваша дочь. Нет, я беру приз. А за 4? Все равно приз. А за 5? Приз. Сколько нужно, чтобы вы вот так, обняв эти деньги, улыбались и смотрели на меня счастливыми глазами? Ну, 10, хотите? Приз. 10? Если я дам вам вот этот помидор, вы будете так же улыбаться? А может, там не помидор? А кто это знает? Хотите, посмотрю? А хотите, не буду смотреть? Как скажете? Дело ваше. Нет, ваше. Нет, ваше. Нет, ваше. Ну, посмотрите. Я потом покажу. Хотите, посмотрю? Ну, посмотрите. Смотрю. И вы тогда сразу поймете, брать или не брать? Смотрите. Я все равно беру. Что ж, все равно? Приз. Я же... Вы отказываетесь от 10 тысяч. Это на самом деле, я право слово чувствую какую-то неловкость. Но нет во мне этого азарта. Не хочу я с вами торговаться. Берите деньги и все. Давайте приз и все. Настаиваете? Да, конечно. Я думаю, что вы правы. Вы отказались от 10 тысяч. Я даю вам это по одной простой причине. Вот то, что сейчас стоит рядом с вами, то, кто стоит рядом с вами, и кто является истинной радостью в жизни, другой нет. Я даже думаю, что дети не должны быть благодарны родителям. Это неправильно. Родители должны быть благодарны детям за ту радость, которую они доставляют нам первые 5 лет. Ну, может быть, 7 лет. Потом пройдет. Потом уже взрослые. Согласны? Да? Вот эти первые годы я хочу, чтобы вы запомнили. Для этого мы дарим вам видеокамеру. Вы довольны? Примите на память. Снимайте, снимайте как можно больше. Спасибо. Это уже не повторится. Дай вам Бог. Эти аплодисменты вам. Спасибо. Уходить нам? Да, можете присесть. Ненадолго. Мы вас позовем. Вращайте барабан, ваш ход! Батюшки, как вам аплодировать? Боже мой. Леонид Аркадьевич, я живу в Яснево, и у нас, в общем, такая книжка «Яснево. История и современность». И это Дмитрий Спаниель, которую когда-то сделал мой сын, ой, на кружке керамики. Сын Максим младший, он здесь в студии. Прошу вас, в музей. Немедленно, сегодня же в музей. Всем жутко понравилось. Подарки вашему музею. 500 очков на барабане. Буква? Я думаю, буква «Р». Как? «Р». «Р». Роман, верно. Такая буква здесь есть. Откройте букву «Р». Назовите слово сразу, да, или будем работать по букву. Да. На каком инструменте шла речь? Арфа. Верно. И перед нами второй финалист капитал шоу «Поле чудес». Леонид Григорьевич, мне хотелось от своей семьи, там, где у меня две внучки, Анастасия и Карина. Вот Карина, младшая внучка, 4 года, попросила помериться усами. Говорит, как будет усами, чьи усы больше? У тебя, Аташка, Бувашка, или у Леонида Якубовича? А придется Аташка, подойти вот Бубашка. Так вот, вот так вот, и помериться. Вот она посмотрит и скажет, у кого больше, у кого больше. И еще большой салам мне хотелось передать, начиная от Прибалтики, заканчивая Казахстаном. В городе Каунасе живет хороший товарищ, Статкевичус Артурас Томас. Привет большой. Ниоле Николаевне большой привет. Лаба Дэна, лабас Вира, Вакарас, лабас Ритас. Раз. В Питере Алексеев Геннадий, привет большой. В Кокчетаве Турсунбаев Сакет Ахетович, салам. И в Алматинской области уйгуры. Единственный представитель уйгуров это я. Это Алматинская область. Исмаиловы, Раимжан, Алмджан, Махмуджан, Адалет, Тамара, Чончон, Көп, Рахмет, Салам сляге, Хаммынлаге. И семье своей, моим девочкам, Белли, Жанне, Дине и сыну Муслиму, в честь Магомаева я назвал. Сынок, ты меня видишь, я передал тебе привет. И большой привет моей супруге Сауле Хасеновне. Спасибо. От капитал-шоу «Поле чудес» от Первого канала. Подарки второй тройки игроков.
студию! Леонид Аркадьевич, а можно поблагодарить спонсоров? Конечно. Я хочу поблагодарить за спонсорскую помощь. На поездку в поле чудес Мезитова Мансура Ахметовича и нашего директора аптечной сети Зиновьева Геннадия Александровича. Спасибо вам большое. Как я присоединяюсь к вашим словам. Слова благодарности тоже хотел сказать директору колледжа Алматинского колледжа новых технологий ЭЗАО Виктор Аронович. Хороший мужик. Скажите, пожалуйста, вот вы до этого говорили на языке... Уйгурском языке. Чистейший уйгурский язык. А что вы говорили? Салам итэ мямисляге. Всем передаю привет большой, здоровья, тэн сахлык, бябичелек, мир и здоровье. Уйгурский язык является одним из уникальных языков. Кстати, все нации продолжают уйгуры говорить. Центр земли в Казахстане, оказывается. Так говорят? Да. Я не хотел вас перебивать, но все-таки нельзя ли эту фразу, чтобы я произнес? Вы, да? Да. Салам твой, тен сахлык, яхши босун. Тен сахлык. Здоровье, чтобы было крепко. Тен сахлык, яхши босун. Пока я это не выучу, рекламная пауза. И вновь в эфире «Капитал шоу «Поле чудес» третья игровая тройка. Светлана Евгеньевна Гришина, город Бельцы, Молдова. Ринат Билалович Сахабуддинов, Дмитровград, Ульяновская область. И Вера Александровна Галкина, Нижний Новгород. Светлана Евгеньевна, ваше право открыть игру в третьем туре. А вот задание на третий тур. Древний русский народный музыкальный инструмент. Чуть не сказал самый древний, но думаю, что один из самых древних русских народных музыкальных инструментов. Встречается сейчас, по-моему, редко. Но, тем не менее, слово это вы знаете точно. 350 очков на барабане. Буква. Буква А. Верно. Откройте букву А, Светлана Евгеньевна. Получаете право сделать очередной ход. Вперед! Леонид Аркадьевич, пока барабан крутится, я хотела бы с вами, во-первых, поздороваться. Бунасяра, дорогой Леонид Аркадьевич. Бунасяра. А вы знаете, что это означает? Конечно. Конечно. По-молдавски. Да, бывали в Молдове? Был, конечно. Да. Леонид Аркадьевич. Это было, правда, очень давно. Вы знаете, я вот смотрю на вас живьем, а не по телевизору, и диву даюсь. Мне кажется, что у нас с вами очень много общего. Не верите? Вы телеведущий, я телеведущая. «Поле чудес» 13 лет. Моей программе на Бельском телевидении, на телевидении города Бельцы 10 лет. Я привезла вам еще несколько подарков чудесных. Вот такой вот подарочек, чем не чудо. Посмотрите, и выпить, и закусить есть чем. Бокалы в студию, пожалуйста. Чудеса продолжаются. Ну, побуду в роли бармена. Тут два мужика есть. Поможете? Ну, поскольку у нас много общего. Нет, теперь уже поздно. Вы знаете, Леонид Аркадьевич, я очень увлекаюсь кулинарией. Участвую в кулинарных конкурсах и сама обожаю их проводить на телевидении. Поэтому для меня это не новинка, но, в общем-то, конечно, немножечко волнительно. И можно вас угостить? Конечно, конечно. Пока мы пьем этот коньяк чудесный, я хотела бы сказать маленький тост. Одного великого кинорежиссера спросили, что делает кино незабываемым? Люди приходят, плачут, смеются. И он ответил, щепотка волшебства. Так выпьем за ту щепотку волшебства, которую дарит людям «Поле чудес». Леонид Аркадьевич, у меня еще не все. У меня еще сюрприз.
Я попрошу операторов крупным планом показать вот этот портрет, если можно. На барабан, да? Конечно. Или вам? Нет, нет. Я хотела бы, чтобы вы сами на себя посмотрели, потому что уж очень хороша фотография. Чудесная просто. Узнаете? Я знаю, что вы в былые времена побывали у нас в Кишиневе на КВН. Тогда, несомненно, вы отведали криковское шампанское, побывали в этих всемирно знаменитых подвалах. И вот для вас специально в единственном экземпляре приготовлена эта чудесная бутылка шампанского с вашим портретом. Я бы хотела, чтобы вы эту бутылку на Новый год распили вместе с Александром Васильевичем Маслюковым, если можно. И ему привет. Леонид Аркадьевич, портрет там такой выразительный. Я бы хотела, чтобы вы стали похожи на то изображение. Можно немножко вас преобразить? А, да, конечно. Если позволите. Конечно, что ж тут здесь видно. У нас год, по-моему, козы, да? Или овцы? Судя по всему, козла. Я бы не рискнула так утверждать, находясь на поле чудес. Пожалуйста. Я думаю, что если вы на светской тусовке появитесь в таком прикиде, весь шоу-бизнес просто умрет от зависти. Правда же? Он и так умрет. Слава Зайцев и Валентин Юдашкин просто отдыхают. А вместо виноградной гроздочки, вот так вот мы вам такую соорудим, вот такую гроздь. Вашей Вареньке, чтобы ей было тепло зимой. Варюшки, и спасибо. От наших бельских меховщиков. Спасибо. Кстати, наши бельские меховщики одевали Эдиту Пьеху, Надежду Чепрагу, многих-многих звезд. Ну и, конечно же, вас. Спасибо. Ну а теперь будем играть. 350 очков. На барабане задание вы забыли, тем не менее, букву. Буква Т. Буква Т, неверно. Такой буквы здесь нет. Ренат, прошу вас. Давай. Я хочу поблагодарить своих спонсоров. Мэра города Мороза Сергея Ивановича, его заместителя Баранова Андрея Анатольевича. Подарки можно сразу? У меня жена большая мастерица готовить. Она прислала вам соленья. Огурцы, помидоры. И еще, нашему городу в сентябре исполняется 35 лет, будет День города, там будут проходить массовые мероприятия, администрация прислала вам пригласительный билет на День города. Также подарки, книгу о нашем городе, флажок. И, самое главное, флаг нашего города. Три сосны – это герб нашего города. Очков на барабане. Буква? Буква «С». Буква «С». Нет, неверно. Такой буквы здесь нет. Давай, друг мой, мы вас ждем. Вращайте барабан. Леонид Аркадьевич, я привезла вам подарки. Давайте-ка примерим рубаху. Рук дело мастеров земли Нижегородской. А я что бы... А мы сейчас под это. Давайте. Давайте. Чисто льняная рубашка. Отдай. Давай, слышь ты. Дружба народов.
Без сомнения. Леонид Аркадьевич, что-то сладенького захотелось. А конфеты я ем, только наши, нижегородские. Конфеты в студию. Это давайте я вас лично угощу. Пополам. $350. Буква. Вот, все съели, почти Спасибо. Ничего не осталось. Угу. А это? Но у меня еще про запас есть. Вот, была я еще у вас в музее «Поле чудес». Много там всего интересного? Но они же не в Новгороде, я ничего не видела. Поэтому дарю вам это панно. Вот. 350 очков. Буква. Буква О. Буква О. Откройте букву О. Будете вращать барабан, назовете слово сразу. Буду вращать. Вращайте, вращайте. Вы студентка? Да. Вы на каком курсе? На шестом. Вы оставались на второй год, что ли? Нет, просто я учусь заочно, а заочно, как правило, 6 лет. А, теперь я понимаю. Я просто удивлялся, студентка, кольцо на пальце. Вы заочно учитесь, потому что днем вы замуж выходили. Да. Да? Все хорошо? Да. Да? Вы когда научитесь, наконец-то, вы кем будете? Я буду инженер-технолог, хлебопродуктов, макаронов, конечно. Вы конфеты-то прожуете, что вы ее держите? Или вас муж ругает? Нет, нет. А вы для мужа это за щекой спрятали? Вы будете инженер-технолог почему? Хлебопродуктов, макаронных и кондитерских изделий. Как я люблю вашу профессию. Как я люблю вашу... Вы, по-моему, тоже. Да. Не спорю. 100 очков. Буква. Буква Е. Верно. Открывайте букву Е. Будете вращать барабан, назовете слово сразу. Буду вращать. Угу. Я ведь к чему спрашиваю? У вас двое детей или трое? Пока ни одного. Поставим вопрос по-другому. Вы сколько хотите иметь детей? Ну, двоих. Двоих? Да. Я ведь никогда ничего лишнего и ничего странного не говорю. Мы о детях заговорили. Когда я был маленький, когда вы были маленькие, даже когда вы были маленькие. Это первый музыкальный инструмент в нашей жизни. Первый. И главное, что все это старинный, один из самых старых русских национальных музыкальных инструментов. А я говорю, что мы это все трогали ручками своими. 250 очков. Буква. С. Что? С? Мы любители макарон. Будем сейчас вращать барабан. Обязательно. Давайте. Я-то был уверен, что вы сейчас слово скажете. Я вообще-то макароны не очень люблю. А почему вы не едите конфету? Потом скажу. Леонид Аркадьевич, я-то макароны не очень люблю. Наверное, макароны сейчас любит моя дочь и мой маленький внук Игорёша, потому что живут они в Италии. Там паста, самое главное блюдо, вот они, наверное, и едят макароны. Они такие макароны, как бы в жизни не ели, чтобы хрумкали. Да еще с белым хлебом, да с маслом. Те итальянцы, а? Мелкий народец, ну. Буква Р. Да подождите вы. 350 очков, буква Р. Вот! Что надо есть, чтобы правильно называть буквы? Буква Р от нас, макаронников. Назовите слово сразу, не будем угадывать по буквам. Что вы тянете в самом деле? Что вы издеваетесь над нами? Мы же видим по глазам, по всему видно, что вы слово знаете. Будете вращать? У вас внучка или внук? Внук. Как зовут? Игорёша. Сколько лет? 5,5. Вот ровно 4 года тому назад... 5,5? Нет, 5 лет тому назад. У него это уже было. Будете вращать барабан? Буду. Вращайте. Вы помните своего внука в этом возрасте? Ну, дочь свою вы помните в этом возрасте? Помню. По-моему, она ни на каких инструментах музыкальных не играла. Что вы говорите? Этого не может быть. Вы играли, значит. Ваша бабушка играла, дед ваш играл в этом возрасте. Папа ваш играл, мама ваша играла.
Я серьезно говорю. И еще много-много поколений будут играть на этом музыкальном инструменте. Именно в этом возрасте, а не в таком другом. А потом, через много лет, закончив консерваторию, 300 очков на барабане. Буква... Г. Откройте букву Г. Назовете слово? Ой, конечно же, естественно. Это погремушка. Верно! И перед нами третий финалист капитал-шоу «Поле чудес». Ну, погремушка! Так, капитал-шоу «Поле чудес» от Первого канала. Третьей тройки игроков на память. Подарки в студию! Передай привет любимой жене с Хабуддиновым, Абдреевым, Набережных Челнах Хасановым, Нижнекамске Камельяновым и всем родственникам и знакомым. Привет. Леонид Аркадьевич, можно? Итак, я благодарю вице-мэра города Бельцы Валентина Михайловича Гузнака, директоров комбината хлебопродуктов Валентина Степанова, виноконечного комбината Леонида Ивановича Бабий, мехового комбината Кострицкого Вадима Вячеславовича, мясокомбината Киртока Анатолия Алексеевича, а также тех людей, которые дарят нам, женщинам, красоту, уют в нашем доме. Это Владимир Настасович. А также передаю привет моим коллегам, тележурналистам самого популярного телеканала в Бельцах и самой популярной газеты города Бельцы, моим замечательным зрителям, всем-всем, кто знает и, надеюсь, любит меня. Спасибо. Леонид Аркадьевич, да. Можно тоже передать приветы? Привет Сеченову, Болдину, Кистеневу, Гроховцу, Сергачу, Лыскову, Нижнему Новгороду, а в Нижнем Новгороде Мещере, Сортировке, Сормову, Приокскому, Нижегородскому районам. И также моему любимому мужу привет. А где сейчас ваш муж? Ваш муж где сейчас? В зале. В зале? А где он конкретно? Покажите, где он? А вы ему туда привет передавали. У вас еще какой-то есть муж? Нет. Идите поцелуйте вашего мужа. Привет тебе. Пошла. Извините, у нас рекламная пауза. И в нашем эфире капитал-шоу «Поле чудес» финал. Здесь на табло музыкальный инструмент, который был изобретен в 1905 году в честь древнерусского поэта-певца. Смею вас уверить, хотя он был изобретен... Что вы пишете? Вот. Какое имеет значение? Какое имеет значение год? Я просто говорю, что удивительно, но изобретенный в 1905 году этот инструмент по праву может считаться народным. Хотя изобретен... Почти 100 лет назад. Ну, будем считать, 100 лет назад. Народный, смею утверждать вас, музыкальный инструмент. Вы банкрот. Вращайте барабан. К сожалению, немножко забыто и незаслуженно. Но уж... Какую же радость доставлял именно этот инструмент, а не какой-нибудь другой? Я знаю еще один инструмент, который доставлял такую же радость. Я потом его назову. 500 очков на барабане. Буква. О. Верно. Откройте букву. А. Будете вращать барабан? Конечно, пожалуйста. Только не очень сильно. 1905 год. Изобретен музыкальный инструмент, который стал народным. Как сказать? Я даже думаю, что русским народным. В широком смысле этого слова, потому что Русь-матушка велика была, а то время 350 очков. Буква? Буква Б. Буква Б. Верно! Откройте букву Б. Я думаю... Сейчас мы вместе с вами подумаем, что тут подумается, а потом решим, что тут будет. Вот, крутится, крутится, крутится ты. Третье кольцо...
350 очков. Буква. Думаю, буква Я. Верно! Буква Я! 350 очков плюс. Наберете еще очки. Нет, я слово не знаю. Этот инструмент называется... Баян. Баян! Верно! И перед нами победитель! Капитал шоу «Поле чудес». Ура! Я принесу большую благодарность председателю Мотовилихинского общества инвалидов Борисову Валерию Владимировичу. Также депутату законодательного собрания Пермской области Окуневу Константину Николаевичу. И также городскому отделу культуры города Перми. Откройте нам, пожалуйста, табло. Вы набрали 1700 очков. А вы вольны выбрать все, что вам заблагорассудится. Мы с радостью вам вручим. Или, как сейчас говорят, вручим. Все, что вы честно заработали. Да. Пока вы думаете, я восполню маленький пробел, на который вы не обратили внимания. Три правильно угаданные буквы дают вам право на две шкатулки. Две шкатулки в студию. Пока выбирайте. Которая, в общем, по-моему, ближе к вам. Которая с деньгами? Ну, наверное. А вам нужна, которая с деньгами? Да нет, не с... Вам не нужна, которая с деньгами? Вы что хотите-то? Ближе к вам, которая. Вот эту? Да. Пожалуйста. А здесь что вы хотите? Ну, с вашего позволения, видеомагнитофон. Видеомагнитофон? Конечно. Да. Где это? Это 600 очков. Угу. Ну, там, кстати, может быть, вам нужно сразу к нему и телевизор тогда уже? Телевизор? Да видео... ладно. А видеокамера все же... Как? Видеокамера, видеокамера это... Да. У вас 1700. Вы уже выбрали... А? Тогда телевизор, наверное, сможет. Ну, закроем глаза на эти лишние 200 очков. Просто... Видеокамеру и телевизор в студию! Такая встреча! Маленький внук, как бы не снимать. Малыш, маленький внук. Маленького внука вы будете снимать. Я счастлив. Годика 3 месяца. Я счастлив обрадовать вас этим в сущности пустяком. От Первого канала, от Капитал Шоу «Поле чудес». Честно заработанные ваши подарки. Видеомагнитофон и телевизор. В студию! А вам там видеокамера. И телевизор. Несут, несут. Пожалуйста, по аплодисментам, судя, несут. Вот, посмотрите. Угу. Хотите со стороны посмотреть, какая красота? Теперь перед вами то, что вы просили. Угу. Мне бы хотелось помочь вам это увести. Я готов предложить вам выиграть что-нибудь из транспортных средств, которые у нас есть, чтобы вы спокойно довезли это до дома. Можете рискнуть, а можете наоборот выиграть. Ваше решение. Я предлагаю вам суперигру. Я боюсь, что суперигру, наверное, скорее всего, нет. Спасибо. Наверное, нет. А почему так грустно? Вы победитель. Вы должны радоваться. Радоваться. Вы довольны? Да, конечно. Спасибо. Вам аплодирует студия. Мы прощаемся с вами ровно на одну неделю. Я бы хотел... чтобы кто-нибудь и вам доставил, пусть маленькую, но все-таки радость за эти коротенькие 7 дней. Всего вам доброго. Дай вам Бог. Поле чудес. Первый канал.